ветер, не знаю, будет ли слышно, что я сейчас говорю. И как раз, о, сегодня 50%, тут как раз мимо секонд. Зайду, посмотрю, что здесь есть. Как всегда, постараюсь говорить, но, скорее всего, молча. Здравствуйте. Сумки. Новый-то. Сколько ж ты стоишь? Новый-то. 720. Охренеть, какой классный. Сумка Prada никакая. Никакая. 50% сегодня. Но не все. О, теперь здесь пояса. Это не дешевый магазин, поэтому здесь дорого. 440. Ну такое. Такое не ношу. Сапоги, как всегда, классные. Я их смотреть не буду, но ну, класс. Классный какой. 880. 150 и стоит в новый товар. С биркой. Уже дома смогу посмотреть, что мне удалось заснять. Ну, очень мало. Были несколько сумок, которые я брала, смотрела, и пояса, ремни. Ну, я или кто-то другой, только берется товар, сразу подходит продавец, ну, как бы, ну, наверное, у них требования такие, чтобы, может быть, консультировать, предлагать. Ну, а мне не совсем удобно снимать. Поэтому не всегда включала камеру, а просто так идти с включенной камерой. Пол снимать тоже не хочется. Ну, в общем, вот такой сегодня мой секонд-хенд был. Есть еще 2 секонда по пути. Ну, я подумала, стоит мне туда заходить, не стоит. Я уже нагулялась, денег натратила. Так что светофор можно проходить. По-моему, можно проходить. Такой широкий переход, и не очень долго переход работает. Ну все. Я обувь тут у нас разная. И я снимала сегодня на рынке, на оптовом, на маяке. Ой, снимала, скуплялась. И от восторга, что я туда попала, и меня отвлекли телефонным звонком, и я забыла включить камеру. 20 рублей сегодня все, наверху. Все по 20 рублей. Вот тут была классная сумка Валентина, мы забрали. Так, а где штаны? Где-то там были штаны, сейчас я гляну, там они. О, смотри, какой. Маленький размер. Ой, какая хорошенькая. Ковчуля. Арсей. Так, где же я эти штаны видела? А, их, наверное, перевесили.
Нет, это не они. Это не они. Нет, это не те, что... Это не те. Нет, это не те. Это не те. Вот подобные, но не те. Ну, значит, я без штанов, без тяги. Сегодня здесь все по 20 рублей. И я, наверное, сейчас заберу эту куртку, подумаю, куда я ее примощу.